Всем привет! Меня зовут Олеся, вы на моем канале. Девчоночки, сегодня будет кратенький обзор. Я вам просто покажу, что у меня интересного есть, а также новиночки. Альмочка новая пришла. Итак, давайте начнем. И начнем мы, пожалуй, знаете, с чего? Ну вот со стори начнем. Это вот такой шоколадный меланж. Посмотрите, как ниточка идет, то есть переплетение там белый и все оттенки шоколада здесь есть. Вот, значит, 1 400, хлопок 65%, шерсти 35% на 50 грамм, 180 метров. Пряжа шикарная, на мой взгляд. А спицы и крючки рекомендованы 3,5-4,5. Можно вязать и кофточки там, и бактусы. Девчонки и шапки вяжут, то есть вполне можно так вот повязать. И вот такой цвет. Правда, его у меня вот осталось всего чуть-чуть, но тем не менее. Это серебристый 008, такой дымчатый даже. Кстати, для игрушек эта пряжа тоже вполне подходит, а так как она очень хорошо чешется. И при желании эту пряжу можно свалять. Далее идем. Ровничная. У нас вот тут лежит василек. Смотрите, какой василек насыщенный, божечки. Этот цвет меня всегда сводил с ума. Ничего с собой поделать не могу. Это ровничная василек 019, состав шерсть 20, акрил 10%, пан 70% на 100 грамм, 200 метров. Идеальная пряжа, подходящая для всего вашего гардероба. Далее альмочка, ну как всегда, бирюза. Куда же без нее, родимой. 0,24 цвет, хлопок 100%, 50 грамм, 170 метров. Подходит для вязания крючка, спиц, всего чего хотите. Деткам я бы рекомендовала и людям с чувствительной кожей. Потом, смотрите, какой новый цвет пришел. Просто камера его передает таким, как он есть в жизни. Это просто офигенский цвет. Коралл 0,50. Просто посмотрите, какой он. Правда же? Супер цвет. Прям повышает настроение. И вот такой еще тоже новый цвет. Это у нас цвет цикламен. Розовый цикламен 194. Вот такой вот он. Так, и здесь еще лежит пачка розового. 0,56. Вот такой вот он. Мне безумно нравится Альма. Девчонки сейчас собираются вязать пледы. И, скорее всего, у большинства будут из нее. Пледы будут крючком вязаться. Далее, такая дама у нас появилась. Хлопок стретчевый. Это вот пряжа, поэтому дама я назвала, да. Вот такой вот он, смотрите. То есть это редкая дама в наших гостях, имеется в виду пряжа. Вот она вот так пружинит, это очень хорошо. 98 хлопка, 2 лайкры, 160 метров на 50 грамм. Достаточно таки интересная пряжа, и я считаю, что она заслуживает вашего внимания. Крючки и спицы 2,5, только ручная стирка, цвет салат 0,26. Я такой пряжи еще не вязала. Девочки, если вдруг, жду вас в комментариях, что вы скажете об этой пряже. Вот, так, что, идем дальше. Здесь у меня лежит шелк вискозный. Сейчас я буду взрывать упаковку, простите за шелест, девчули мои дорогие. Вот такой вот пудра 0,67. Посмотрите. Ой, на крючке она просто идеальна. Здесь у нас получается 350 метров на 100 грамм. Вискоза эвкалипт 100%. Спицы и крючки 3,5. А мне писали, что просто, чтобы связать спицами, нужно взять размер 2,5, и тогда все получится. В спицах она очень хорошо себя тоже ведет. Поэтому я и прошу ваш комментарий, потому что я еще не полностью всю выучила пряжу. И я честно скажу, что спицами она мне не далась, паразитка такая. Но все равно я ее победю. В общем, подружимся мы спицами с этой пряжей, потому что она меня покорила, конечно, несомненно. И что хочу сказать, спасибо, конечно, за тот комментарий. Буду пробовать и спицами. Вот.
Далее. Дальше хочу вас познакомить с хлопком лама. Это неубиваемый хлопок. Спицы, крючки, эта пряжа все любит. Сносу ей нет. То есть, если вы свяжете изделие из этого хлопочка, оно будет радовать вас довольно-таки долго. В руках у меня бежево-светлый 006. Светло-бежевый 006. Здесь у нас 100% хлопок, 140 метров на 50 грамм. Крючки, спицы 3,5. Тактильно она очень классная. И у нас тоже там, кто вязал, говорит, что прям хорошая пряжа. Вот. Будем тоже ее тестировать, узнавать. И если вы вязали из этой пряжи, то, конечно же, я вас жду, девчонки. Далее у нас идет вишенка. Очень классный цвет. Тавтология у меня сегодня, но реально мне пряжа очень нравится. Вишня 0,91. Посмотрите, какой он яркий, сочный. Он абсолютно не имеет блеска. То есть это обычный, девочки, классический хлопок. Каким он должен быть? На лето самое то. При этом вы можете вязать не только там майки, топы, платья, сарафаны, да, панамы деткам. Но может это быть шторы, скатерти, подставки под горячие. То есть все, что вашей душе угодно. Эх, розовенький вот такой, смотрите. Розовый, светло-розовый 0,55. А сейчас же я вам мяту покажу, девочки. Вы обалдеете. Смотрите, какая мята. Вот такая мята. Ой, какая красота, правда же? Он так и называется, мята 0,25. Вот такой вот он цвет. Сейчас вам еще фисташечку покажу. Вот такая вот фисташка, смотрите. Это фисташка. 189, мне она очень понравилась. Цвет, конечно, интригующий. Не каждая девушка будет носить что-то из этого цвета, хотя зря. Она достойна вашего внимания. Дальше идет у нас туфи. Как раз по этой туфе у меня был обзор. Можно пройти по ссылке, посмотреть. Ссылку я прикреплю внизу в инфобоксе. Что у нас здесь? 350 метров на 50 грамм, нейлон 14% и нейтрон 86%, простите. Это персик 0,37, отличная замена шерсти, прям идеально, девочки. Обратите на нее, пожалуйста, внимание. И вот такой шампань еще есть. Смотрите, 0,31. У меня в основном эту пряжу берут на, значит, на что? На палантины и бактусы. Еще ни разу не видела, кто что бы вязали из моих покупателей, например, да, или из девчонок моих знакомых. Какие-то, знаете, кардиганы или еще что-то. Я очень хочу узнать, кто вязал и что вы вообще думаете. Стоит или не стоит, потому что ниточка достаточно таки тоненькая, да, и спицы, крючки 2,4. Кстати, крючковые, не проходите мимо этой пряжи. Если где увидите, берите, вам она понравится. Она податливая. И теперь мы поговорим об этой пряже. Это праздничная с люрексом, девочки. 48 кашмелона, то есть пан, 48 акрилом и 4 метанита. Очень классная пряжа, при том, что это акрил. Люрекс здесь абсолютно не колючий. И, девочки, пряжа податлива в вязании вообще на все 100%, можно так сказать. А номер цвета это у нас идет фуксия 190. Рекомендуют крючки и спицы 2,4. Очень классная пряжа вязаний, хорошо и послушно себя ведет. Обратите на нее внимание. Так, ну и напоследок вот такой цвет. Это, девочки, светлая сирень 180. Посмотри, как красиво. Люрик здесь абсолютно не колючий, повторюсь. Он потому что сделан вокруг основной нити, он обмотан. Поэтому обязательно обратите на нее внимание. Если где увидите, возьмите моток 2 и свяжите хотя бы, не знаю, что-нибудь себе интересное. Те же носочки дома ходить. Будет классно, я думаю. Ну все, на этом я заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Желаю вам всем здоровья, ровных петелек. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.